Всем привет! Решил, обещал, вернее, вам снять райончик, где я раньше жил, снимал квартиру. Как раз прохожу мимо, думаю, покажу. Вот такой район. Очень-очень уютненький, мне больше всего нравится. Домики небольшие, но компактные, удобные. Даже наверху у них такого понятия, как чердак, нету. У них там монтировано еще пару комнат в каждом доме. Короче, смотрите, наслаждайтесь. Короче, вот такой вот район. Там внизу то озеро, которое я вам показывал. Дорога уложена тротуарной плиткой. Есть специальная машина, которая эти дела делает. Потому что вручную это долго и нудно. Короче, вот так. Очень люблю вот такие заборы. Здесь еще натягивают сетку, потом садят тую, она зарастает. Короче, враг не пройдет. Так. Такой райончик. Я вас сегодня, конечно, закидал роликами. Ну, суббота, выходной. Смотрите. Потом еще будет парад старых тракторов, они каждый год проводят. Сниму для Гриши. И гонки на мотоблоках, если будут. Вот такие вот домики. А вот я встретил свою старую машину. Подарил сыну жены, а он кому-то приятелю продал. Еще можно было ездить и ездить, но дело ихнее. А вот здесь я жил, в этом доме. Здесь еще на Рождество красиво. Все, что можно, опутано гирляндами. Меня один сосед спрашивал, ну как я украсил поляк. По-моему, в этом доме 46-м живет. Так я ему сказал, еще забыл на одно место себе гирлянду намотать. Такого накрутил, что... Так. Такие райончики. Здесь многоэтажек очень мало. Все в основном 3-5 этажей от силы. По-моему, только 3 или 4 высотки в городе, потому что... Здесь сплошной песок, не так-то легко строить. Такие вот семья с прогулочки идет, это у них святое.
Короче, где-то вот так. Зеленый контейнер для ненужной одежды. Потом забирают, стирают, отдают приюты разные, кому там надо. Ну, короче, вот так. Вот выходим на дорогу. Вот такой тротуар красным. Велосипедная дорожка серой для пешеходов. О, сейчас покажу вам еще одну ерунду. Меряет скорость. Ну, ни камера не штрафует, но типа притормози, браток. Сейчас машин нету. Короче, показывает твою скорость. Красными рожа недовольная. Пишет: притормози. Опустил до 50 километров. Рожа довольная, зеленая. Пишет: спасибо. Ну и, короче, там уже вам знакомое озеро. Вот так вот. Короче, все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Деньги на поддержку канала желательно наличными. Пока.